Всем привет! Сегодня хотел сделать обзор вот такого ножика известной фирмы Ята 76052. Один из недорогих ножей. Я его уже немножко поюзал, поэкспериментировал. Оказался очень недорогой и очень надежный, удобный. То есть легко выскакивает, легко работает, очень хорошее лезвие, не шатается. Хороший замок на лезвии, удобный в руке. Есть петелька для цепляния на пояс. Как бы не совсем, конечно, она удобная, так как подцепив на пояс, вот эта часть выглядывает. То есть, как бы идеально было бы, если бы эта петелька была аж до самого верха. Ну, в принципе, нож показал себя в эксплуатации очень с хорошей стороны, то есть работает хорошо, вопросов по нему нету, могу порекомендовать, то есть хорошо режет, хорошо заточен, хорошая сталь, как говорится, не тупится не быстро, то есть так что убивал как только мог, ну в принципе по ножу видно, то есть использовался где только можно, где можно его было всунуть. Так что рекомендую, как кому нужен, как говорится, ножик недорогой и фирма Ята как бы ему внушает доверие. Ну, для информации, эта фирма занимается как бы инструментом как бы для автомобилей, хотя и многим другим, я так понимаю. Так что вот такой ножик рекомендую, давно пользуюсь, уже больше, наверное, уже до 2 лет, то есть так что работает безотказно, шата нету, при этом что очень сильно его нагружаю, хорошо сидит в руке, повторюсь, так что если кому нужен недорогой нож, мои рекомендации по этому ножу. Как говорится, покупайте.